Здравствуйте, с вами сайт Bitcoin Cloud Mining Center, мир криптоинвестиций, майнинга, знаний финтехники и криптотехнологий. Сегодня мы поговорим про криптовалюту Lisa. Lisa – это цифровая монета, которая выпущена в ноябре 2017 года представителями биржи Yobit. Она бесплатно рассылалась всем владельцам биткоина в соотношении 1 к 100, то есть за 1 биткоин можно было получить 100 монет Lisa. Поскольку первыми собственниками данной монеты стали владельцы биткоина, у монеты появилось второе название – Bitcoin Lisa. Так выглядит график криптовалюты Lisa к биткоину. Так Lisa соотносится к доллару США. А вот текущий курс по состоянию на 23 мая 2018 года. На самом же деле Lisa не является форком биткоина и не может выполнять его функции. С помощью данной криптовалюты вы не сможете ничего купить или оплатить. Она не даст вам возможность заняться майнингом. Более того, приобретенные монеты у вас не получится вывести за пределы площадки Yobit. То есть запомните, Lisa Bitcoin не имеет ничего общего с классическим биткоином и всеми его разновидностями. Все это связано с тем, что Lisa создана исключительно для спекуляций и активного заработка. Давайте разберем самые популярные варианты. Первый способ – классическая биржевая торговля. Здесь вы переходите на биржу Yobit, выбираете рабочий актив, то есть пару, вместе с которой будет торговаться криптовалюта Lisa, и начинаете делать прогнозы. Ваша задача – найти выгодный момент для сделки и заработать на росте или падении курса. Способ номер два – использование сервиса InvestBox. Здесь вам необходимо иметь на счету определенное количество монет Lisa. Их вы можете инвестировать под ежедневный процент, размер которого может доходить до 10%. То есть, сегодня вы вложили 100 долларов, завтра забираете 110. Важный нюанс – это игра DICE. Если вы хотите получить начисленные проценты, то должны в нее сыграть не менее 5 раз в день. Игра DICE представлена в отдельном разделе. Она напоминает некий аналог бинарных опционов. Вам необходимо сделать ставку, выбрать валюту и угадать, будет цена повышаться либо понижаться. Выигрывает здесь редко, однако, если вы будете делать минимальную ставку, то даже с учетом всех проигрышей, сумма получаемого дохода от сервиса InvestBox будет перекрывать все убытки. Следующий способ – использование специальных таблиц. Здесь суть в следующем. В сети есть пользователи, которые на основе своих личных наблюдений высчитали объем капитализации и размер эмиссии монет Lisa. Как это им удалось сделать, непонятно. Эти данные они перенесли на график и в таблицу Excel. Полученная информация позволяет находить сильные уровни, при достижении которых цена будет скатываться или резко возрастать. Любой желающий может приобрести эти таблицы за 399 рублей и начать зарабатывать. К ним идут обучающие видеоуроки, в котором рассказывается, как за определенный торговый период зарабатывать от 100 до 1000 и более процентов. Мы не будем вникать в перечисленные варианты заработка. Это бессмысленно, поскольку все они проигрышные. Сейчас вы поймете почему. Во-первых, у нас нет никакой официальной информации о криптовалюте Lisa. У нее нет официального сайта, и она не включена в общий реестр криптовалют сайта CoinMarketCap. Если вы захотите посмотреть какую-то фундаментальную информацию о данной монете, то здесь возникнут сложности. Нам непонятно, кто придумал монету, как выглядит команда разработчиков, какие у данного проекта планы на будущее и так далее. Это далеко не полный перечень вопросов, с которыми придется столкнуться каждому инвестору. Складывается впечатление, что представители биржи Yobit решили заработать на воздухе и создали для этого красивый фантик и просто его прорекламировали. Второй момент. Руководители биржи могут отслеживать все оставленные заявки, корректировать курс и работать против толпы. Предположим, вы воспользовались техническим анализом и нашли выгодный момент для сделки. Вот он обозначен зеленой точкой. Если же этот вход увидит большинство трейдеров и разместят заявки на повышение, то представители биржи увидят этот интерес и сразу же обвалят курс вниз. В итоге большинство трейдеров проиграют. Если же вы решите воспользоваться волшебными уровнями из таблицы, то представители биржи переведут график в состояние затяжного флета с короткими резкими рывками, в результате которых
большинство трейдеров пострадает и не сможет ничего заработать. Если же вы решите воспользоваться сервисом InvestBox, то здесь вы можете столкнуться с еще более жестоким обманом. Допустим, вы вложили $100 на 7 дней, хотите получить 70% и через неделю иметь на счету $170. В день вывода прибыли, то есть на 8-й день, когда вам нужно снимать деньги, представители биржи могут обвалить курс до $20. Что это означает? Вы вкладывали $100 и в итоге сможете забрать всего 90. $70 прибыли и $20 стоимость самой монеты. Делаем выводы. Лиза – это классический финансовый пузырь. У проекта нет ничего общего с криптовалютой и блокчейн-технологиями. Монета запущена исключительно для того, чтобы руководители биржи Yobit могли быстро заработать. Поскольку монета Лиза быстро обесценивалась, владельцы биржи Yobit решили провести несколько хардфорков и оживить ее стоимость. Так, в мае 2018 года на бирже появилось два новых инструмента – Lamborghini или Lambo и Lizun. Эти монеты раздавали бесплатно. Они доставались всем пользователям, которые держали на балансе заданное количество монет Лиза. Это такие же бесполезные инструменты, которые не подходят для инвестирования. Если они вам интересны, изучайте их сами. Однако помимо графика и биржевого курса, никакой официальной информации вы не найдете. Инвестируйте с умом и не полагайтесь на случаи, когда речь идет о ваших деньгах. Лучше обращайте внимание на перспективные инструменты, в которых есть идея и технология. И если не знаете, с чего начать, посмотрите статью «Топ-5 перспективных криптовалют 2018 года». Мир криптовалютного рынка постоянно развивается и привносит что-то новое. Поэтому оставайтесь с нами и не забывайте подписываться на наши страницы в Telegram, Facebook, ВКонтакте, на канал YouTube. Так вы будете в курсе всех новинок. Спасибо за просмотр. До новых встреч в эфире.